как только ты поймешь, что ты хорош в защите, что ты себя там уверенно чувствуешь, можешь уже сверху нанизать свои любимые атаки оттуда, они будут, поверь мне, сами получаться. То есть порой там люди просто залетают в то, на что ты даже не рассчитывал. Сам бы ты это даже не добрался до туда. Ловушка. Ловушка, да. Вот гард должен быть ловушкой. Итак, как я уже говорил, у меня есть еще одна важная концепция – не тратить время на сопротивление. Да? Как что я часто вижу, там белые синие пояса, борьба, бум-бум. Рано или поздно я просто теряю силы, потом у меня не заканчивается. Я обмякаю, Вася лежит у меня в сайт-контроле. Я устанавливаю дыхание и вспоминаю способы выхода из сайта. Ну, такая вся история. Поэтому не трачу время на сопротивление, чтобы не произошло. Да, то есть, ну, ты-то что останавливаешься? Вот, кстати, на отработке, ребят, да, проходите до конца. Может быть, не в полную силу, да, но движение до конца. Вот, даже если это медленно, но движение должно быть до конца. Оп, мы все-таки защиту от прохода отрабатываем, а не защиту от того, что человек рядом стоит. Оп, да, и может быть, я не успеваю где-то среагировать там на Василий, да. У меня есть еще несколько поздних стадий реакции, но это уже будет именно не тратить время на сопротивление и ни в коем случае не оставаться в статичной позиции. То есть докручиваться, куда бы у меня ни получилось, да, вот я докручиваюсь, двигаюсь, не даю ему на себе зафиксироваться. Что такое проход гарда, когда он получит оценку? Когда он обойдет мне ноги и зафиксируется на 3 и более секунд. Да, зафиксируется. На человеке, который двигается, зафиксироваться сложнее, чем на том, который статично лежит и принимает свою судьбу. Такое вот, как это обычно бывает, да? Такие, бля, все, и потом. Вот это вот все. Леш, я добавлю по поводу фиксации. С точки зрения правил, есть такой термин, как скрэмблинг. То есть, если нижний, вот как Леша, слег, раз, два, три, оценка. Если нижний сопротивляется, судья может и 20 секунд прождать. Да. А потом только считать 3 секунды. Ну, вот теперь давайте добавим разумности в наше сопротивление, чтобы мы не просто так делали. Даже если я все профукал, поздней стадии, он уже близко, его плечо у меня вот здесь вот перед лицом. Да, Василий, проходишь гард полностью. Я просто не останавливаюсь. То есть, что я здесь делаю? Его рука уже там, да? Да, вот он проходит, вот я здесь, и я подкручиваюсь под него. Я просто пользуюсь его же импульсом. И чем мощнее он проходит, тем стремительнее он оказывается снизу. А здесь мы уже можем доделать, чтобы любить. Ок, это вот как раз-то концепция «не трачу время на сопротивление». Он меня раскатывает. Да, я пришел сюда. Да, он меня там куда-то еще катит. Ну да-да-да, давай. Нырнул сюда. И так далее, и того подобное.